27 марта, в Международный день театра, в Северском районе прошел 9-й фестиваль-конкурс районных коллективов «Театральные подмостки». Прошел он на базе Новодмитриевского дома культуры и Центральной детской библиотеки имени Сальникова. В этом году фестиваль был посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому и постановки в основном были по узнаваемым пушкинским сюжетам. Как лучком, да как притопнет! Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне назло, как тягаться ей со мной? В фестивале приняли участие театральные студии и отдельные актеры разных возрастов из Ильского, Афипского, Смоленского, Новодмитриевского, Михайловского и Григорьевского поселений. Отличная игра актеров, продуманные декорации, свет, красивые костюмы. Судя по фестивалю, в Северском районе активно развивается этот зрелищный вид искусства. С каждым годом растет количество детских, молодежных и взрослых театральных коллективов.